Хей, гейс, с вами Шумики, и мы сегодня поиграем в одну игруху, которая называется Franz Kafka, либо The Franz Kafka Video Game. Есть одна несостыковочка. Я уже снимал эту игру. Дело в том, что файл был поврежден. Я думал, удалю игру, да, там все такое, типа, чтобы сейвы обновились. Но, увы, нет. Так не получилось. То, что здесь написано уровни, это у нас загадки. Да, здесь их нормальное количество. Считайте, я пол игры прошел. Еще пол игры осталось мне неизвестной. Поэтому как-то так. Давайте тогда начнем с первого уж уровня. Музыка. The Franz Kafka Video Game. Несколько дней назад в городе прибыл незнакомец. Он поселился в квартире, располагающейся над мясной лавкой. Незнакомца зовут К. И он психотерапевт, специализирующий на лечении фобий и депрессий. На родине у К осталась возлюбленная, Фелиция. Родители девушки не одобрили ее выбор, так как К беден и не может обеспечить их дочери даже достойную свадьбу. Акт 1. Либо глава 1. Сельский врач. Будем с вами, короче, по актам проходить, либо просто по главам. Они там довольно, ну, как не коротенькие. Богемия 1924. Игруля на самом деле такая немножко странновата именно по своей системе. Я буду, короче, всех озвучивать этим голосом, поэтому как-то так. Доктор, я в отчаянии. С детства кажусь... Так. С детства каждую ночь меня мучают кошмары. Я не знаю, что и делать. Вы моя последняя надежда. Не волнуйтесь, я использую самую преданную методику лечения. Гипноз. Кошмары вас больше не побеспокоят. На диалоге вот эти окошки нужно кликать, чтобы все заработало. Это типа мы в ее детстве. Образы в голове пациентов принимают самые причудливые формы. Но это не должно отвлекаться. Мистер, вы не видели моего маленького кролика? Он убежал от меня и спрятался в этом жутком месте. Я боюсь здесь находиться, но еще более я боюсь моих родителей, которые будут сильно ругать, если я его не найду. Я могу передвигать что-то с чем-то. О, Rare Humans. Чё? Это фигня. И что-то мне дало. Шар. О, это шар с этим знаком бесконечности. А, смотрите, уши какие-то. Вот этот кролик, типа, подожди. А что мне еще? Себя передвинуть? Так, тихо. О! О, кролячина. На тебе, кролик. Да, тут такие где-то головоломки будут. Такого характера. Да, жалко, что файл повредился. Скажу еще один факт, что именно задания некоторые английские. Вот и все. Причина ваших проблем крылась в переживаниях, испытанных в детстве, в детском возрасте. Но теперь все будет хорошо. Спасибо, доктор. Вы не представляете, как я вам благодарна. До свидания. Тык-тык-тык-тык. Ножками-ножками. У нас есть с вами книжечка. А это еще что такое? У нас есть книжечка, там типа подсказки. Но подсказки идутся через какой-то промежуток времени. Там вначале, допустим, 2 минуты, потом 5 минут. Там всего лишь 2 подсказки у нас. Так. Здесь, кажется, нам нужно было дорогу выстроить или типа того.
вариант. Давайте вспомню, как делать. Так, давайте через верх. И нафиг его помнит? Я не помню. Типа что-то такого. О. Готово. Собака у нас немного в кли... ну как, в ромбике. Это похоже на какое-то приглашение. Не уверен, но думаю. Стоит встретиться с автором этого загадочного письма. Так. Думаю, этот можно закрыть. Так, домики, буковки. Если я все правильно понял, а понял я все правильно, в письме было отмечено место встречи. Осталось только туда добраться. Так, да, запись идет, значит все нормально. Мы бросаем кости, и это у нас количество ходов. Блин, 3-3-3, давай 5. 5, давай 5. Один. Конная повозка перегородила все улицы. Надо искать обходной путь. Здесь, если что, у нас все в основном кликается. Я не помню, на что оно влияет, но кажется, ни на что. Так, браш, кисточка. Это у нас обходной с вами путь. 6. Ништяк. О, странный кубик. Так, звездочка, гром. Точка с громом. Буковка Пи. И сердце, есть, и кофе. Хорошая идея немного отдохнуть в уличном кафе. Здесь нам, короче, нужно... Нет, нет, я не тороплюсь. Еще кофе, пожалуйста. А, нужно машину вызвать. И... Косточка. Эй, что это в моем кучашке? Но... Кажется, я засиделся в кафе. И пора возвращаться к делам. Я немного помню, в принципе, поэтому как-то так. Чтобы не терять времени. Шестерки мы сразу дошли. И мы с вами дошли. Дошел я, кажется, до второй или третьей главы. И все. Но игра довольно сама по сути не очень долго. Там на час где-то. И что дальше? Здесь никого нет. Видимо, я ошибся. Нажимаем это, и тут какой-то мужик у нас влазит. Приветствую. Прошу прощения за столь странное приглашение, но я персонаж совсем другой истории, и избегаю излишнего внимания. Я искал встречи с вами, поскольку мне поручено сообщить, что вам приглашают на работу в корпорацию «Замок». Или «Замок». В Америке! Там еще такой музончик такой. Ты-ты-ты. Подождите, я не понимаю, о чем вы говорите, что все это значит? Впервые слышу про какой-то замок. В корпорации знают про ваши финансовые трудности и про вашу невесту. Замок разрешит все ваши проблемы. Это все крайне неплохо. А, это все крайне нелепо. Пожалуй, мне стоит вернуться обратно. До свидания. Не беспокойтесь, все уже решили за вас. Вы не можете отказаться. Лучевая пушка. Ну, скорее всего, так как я быстро уже знаю, что делать, да, в каком-то, в какой-то степени.
Может быть, все будет быстро. Как я здесь оказался? Такое ощущение, что меня загипнотизировали. Придется разобраться с проблемами своего подсознания, чтобы очнуться. Эта странная механическая пушка не заряжена. Я должен найти боеприпасы. Здесь, короче, у нас всякие с вами фигурочки. Нам с вами нужно из них собрать слово пули. Ну, либо боеприпасы. Это у нас Амур. Амур, кажется. А? О. Нет. Тогда more. Подождите. А, там точно вспомнил. Две буквы М. А. Мо. О. Боеприпасы. Так, теперь мы пуляем пушечку. И готово. Безумие какое-то. А, согласен, согласен. Кавка. А, ваш билет, сэр. А, что? Ваш билет, сэр. Что? Что происходит? Мне приснился какой-то нелепый сон. Уверен, это был гипноз. Подождите, а что в... Я что, в поезде? Да, сэр. И смею вас заверить, мы доберемся до Америки без лишних происшествий. Вы зря волнуетесь. Какая еще Америка? Немедленно остановите поезд. Я хочу вернуться домой. Это невозможно, сэр. Наш экспресс идет без остановок. Но... А могу я хотя бы написать письмо? Необходимо сообщить Фелиции о произошедших событиях. Письмо уже написано, сэр. Вам осталось только оставить на нем свою подпись. О, вот это на самом деле я не помню. Так. Короче, здесь нужно идеально сделать буковки. Так, стираем все. Так, все это. Это точно не Е. Так, ТП. П хорошо. А не, П у нас тоже не подходит, там у нас типа такая стриёк. А Х? А не подходит, Х подошло. И С. Х, С. Х и С, хорошо. Теперь давайте верхнюю смотреть. Так, Е, Т. Так, это не подходит. Или А, подождите. Е или А? А, нет. А, черт. Стоять. Стоять, 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 стоять. А подходит, хорошо. Итого здесь у нас ХТ. А, Е. Т. Да. Готово. Всё.
У нас закончился с вами первый акт, поэтому всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, всем удачи и до новых встреч, друзья, всем пока.